Всем доброе утро, 7:30. Надоело мне каждый раз. Яйца есть, еще что-то захотелось, что-то необычное. Вспомнил про молочную кашу. Гречка как раз в холодильнике осталась. Немного. Все, молоко закипятил. Добавил сюда гречку уже вареную и ложку меда. Вот он еще не растаял, видите? Мед у меня гречнево какой-то там. Ну, хороший я покупаю, там, у дядьки мы давно у него покупаем. Сейчас он растает и будет очень вкусно, как в детстве, я обожал. Вот так, гречка, молоко и мед. И мед тоже у меня гречневый, и получится очень вкусно. Захотелось маминой кашки. Мама мне такую делала в детстве. Приятного всем аппетита. Мой перекус. Сегодня у меня покупной куб Дари. Люблю эту лепешку. Сам, к сожалению, такую делать не умею. Но зато вот стоит она 40 гривен у нас. Я знаю, что это мне на 3 раза. Вот я разрезал на 3 части. Тут получается каждый кусочек на где-то на 300 килокалорий. Плюс чашечка кофейку, я с молоком сегодня, пол ложечки сахара, и очень мне вкусно будет. И еще 2 кусочка остается. 14:00, ну даже 14:10 немножко запоздал. Смотрите, у меня сегодня пицца на обед. Домашняя, сам сделал, с белым лавашом, с обычным. То вечно девочки спрашивают: а где ты взял кукурузный, а где ты со шпинатом взял? А у нас такой не продается, обычный лаваш, ребят. Ну так получилось, что не нашел я ни кукурузного, ни какого там, со шпинатом. А вообще за этим лавашом 2 раза ходил. Посмотрите на втором моем канале, кто не знает, похудеть навсегда, у меня есть второй канал, ссылка есть внизу, на него переходите, тоже подписывайтесь, там много интересного, там прикол с этим лавашом получился, почему я ходил за ним 2 раза. Почему я сказал пицца? Некоторые скажут: Миша, это не пицца, это шаурма. Но самый прикол, я решил сегодня, ну что-то меня так стукнуло в голову, решил попробовать как пиццу положить. И положил все ингредиенты из пиццы, понимаете? Что мы ложим в шаурму? Мясо, там, зеленуху, там, это, кетчуп и сыр, правильно? Ну, картошку, огурчики соленые, ну, все что угодно. А что мы ложим на пиццу? Кетчуп, который тоже есть в шаурме, да, можно добавить. Но в шаурму еще часто майонез заливать. Но я майонез не добавляю, у меня его просто нету, майонеза. А делать такой майонез я не делаю. А сметанная заправка, вот эту, которую я делаю для салатов, ну, немножко, мне кажется, хотя, может, и вкусно с чесночком, но я не добавляю. Короче, что мы ложим на пиццу? Тоже мяско, которое сюда же идет, у меня запеченное филе куриное. Плюс идут маслинки, да, сыра побольше. И вот эту шаурму я сделал, именно все положил, все, что для пиццы. Поэтому она такая большая получилась, потому что тут морковка, тут маслины, тут сыра много я насыпал, прям вот так, знаете, вот обжарил с 4 сторон, вот она такая красивая, большая, вот такая сытная, вкусная, но на самом деле не очень-то уж и калорийная. Это будет сейчас по вкусу лучше любых пицц. Не знаю, не ел шаурму с маслинами, вот попробую. Приятного мне аппетита, а вам хорошего настроения. Ребята, не бойтесь, делайте себе вот такую вкусняшку, вы никогда ни на что не сорветесь. Это я вам гарантирую, я 3 года. Один год худел, второй год чуть-чуть еще похудел, потому что, ну, как бы, так шло, так и шло. Третий год я уже не худею, ну, и то сейчас умудрился, да, еще чуть-чуть похудеть. Ребята, у меня вес практически идеальный, и я вот так обедаю.
обедаю, на перекус я могу себе сделать, могу на ужин себе сделать. Ребят, не бойтесь. Просто один раз рассчитали, и вам не надо вот эти подсчеты калорий. Это больные люди становятся с этими расчетами калорий. Один раз посчитали. Если я знаю, сколько мне надо съесть пельменей, я вам сразу могу сказать, 12 штук моих пельменей. Высчитано один раз. Мне не надо больше считать. Если я знаю, что эта шаурма будет, ну, 350, ну до 400 калорий это максимум. Мне больше не надо ее считать, потому что здесь пол лаваша, филе куриное, кетчуп детский, морковка по-корейски, маслины, там, ну блин, ну что мне это все считать? Это допустимая порция. Ребят, пожалуйста, худейте с умом. 18.00 мой ужин. Ребят, ну вот посмотришь на мои тарелки, да, ну... Как все просто, все красиво. Обычный плов из булгура, капуста лично квашеная. И два биточка овсяных тоже сам сделал. Украшение бурьян в виде укропа. Ну, как оно выглядит все вкусно, аппетитно, понимаете? Посмотришь у других блогеров, ну, обышо кушают. И, знаете, ладно, когда мужчина там холостяк, как я, еще куда ни, ну, можно понять любовь. Ну, когда девочки, женщины, я не знаю, тети взрослые, и вот посмотришь, а у них в тарелке вот есть не хочется. Они думают из-за того, что они себя обышо наварят, и потом, ну, месиво какое-то, то и кушать не хочется, и я худею. Но не тут-то было, девочки, я вам уже объяснил. Кто голодает и не кушает, делает невкусную пищу, тот не худеет. Он ждет, а потом вот так приходит ко мне в гости и срывается у меня, объедается, говорит, ой, у тебя так все вкусно, все так красиво. Правильно, а ты себя обышо готовила, а потом срываешься. Поэтому я вас призываю, мои дорогие, готовьте себе вкусно, уже слюной истекаю, смотрю в камеру, ну оно реально вкусно выглядит. И знаете, не только выглядит, еще и вкусно. Готовьте себе вкусно, чтобы вам кушалось с удовольствием. Просто еда должна быть правильной. Вот здесь калорий, ну, мало. Белок тут, это вот это мясо. Углеводы, это булгур. И немного овсянки. Но тут же в овсяных этих блинчиках есть, заметьте, сыр сулугунь, который тоже и жирность, и белок. И яйцо здесь тоже, белок додают. И клетчатка, вот она, капусточка. И плюс клетчатки много в булгуре, плюс клетчатка есть в овсянке. Все классно, все красиво. Пожалуйста, полная тарелка. Кушайте в удовольствие. 20.50. Мой вечерний перекус. Сегодня уже было у нас довольно-таки тепло, 24 градуса. И захотелось мне мороженого. А мороженое я делаю сам. Кто не знает, рецепт у меня есть на втором канале. Ссылка есть внизу в описании на мой второй канал. «Похудеть навсегда» называется. Там я рассказывал, показывал, как делается такое мороженое. Делается легко и просто. Берется банан, режется, замораживается кусочки эти в холодильнике. Потом берете йогурт свой или, если у вас нет, сметану можете 15%, или ну, ряженку, что-нибудь такое, не жидкое, не кефир 1%, это будет вода. А вот начиная от ряженки и выше, чтобы 4% и выше. Ну, у меня йогурт отлично подходит, у него, правда, 2,3 жирность, но он до того густой, вы же знаете. Берете, вот я сейчас делал 100 грамм банана, 50 грамм йогурта своего и ложечка чайная меда. Взбиваете блендером все это, все, и получается мороженое. А сверху тертый шоколад настоящий. Еще потом я яблочко съем, потому что, ну, тут маловато по калорийности. Можно его подзаморозить нормально, но у меня горло только прошло, поэтому я не буду рисковать. Он у меня вот такой, жидковатое мороженое. Вот, видите? Но вот капает, но густое. Но если захотеть, то можно поставить в холодильник, оно будет гуще. Это потому, что йогурт-то был не замороженный, поэтому оно немного такое жиденькое. Конечно, мне кто-то может сказать, что это не настоящее мороженое, это банан
с йогуртом или с кефиром. Но просто, значит, вы или не делали его, или не знаете. Сейчас вообще тенденция, если посмотрите, любой итальянский ресторан делают именно такие мороженые, правильные, настоящие, понимаете. А тоже я могу тоже про ваше любое мороженое, которое вы купили в магазине, сказать, что это сухое молоко, сухие сливки и, я не знаю, загустители, ароматизаторы, плюс еще какие-нибудь трансжиры. Поверьте мне, там уже точно не мороженое. Вот это будет ближе к мороженому. Если возьмете тот же Советского Союза, оригинальный состав, там все шло более-менее натурально. А это уже, ну, к сожалению. Вы посмотрите на срок годности. У них там по 2 года, а я видел и 3, и 4 года срок хранения. Так что, ребят, выбор за вами. Хотите, кушайте химик. Можно и химическое, я ничего не говорю. Тоже иногда кушаю. Ну, просто по возможности себе, а самое главное детям своим, делайте вкусняшку. Приятного, всем аппетита, спокойной ночи. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.